Тортик! У нас есть тортик! А на это внимание не обращайте. Тортик! И всем привет, дорогие друзья, с вами Майк, и сегодня я продолжаю свой летсплей «Очень страшные приключения», где мы выживаем на сборке Брайана Мапса на очень старой версии и очень страшной версии. Здесь очень много страшных модов, и вы уже видите? Вы уже видите? Может, это я горю от факела, но, по-моему, это делает Херобрин. Да, вы слышите эти звуки, я надеюсь, он меня сейчас не скинет. И... Так, если вы помните, то я в этот каньон пришел не случайно, точнее, меня сюда заставили прийти. Злые силы, что это такое за руда? Собственно, мне бы спрыгнуть туда... А, нет, тут вот есть нормальный спуск. Ну, давай, хоть бы не помереть. Железа здесь много. Так, слизень. Слизень. Заберу с собой сколько смогу. Пока что мод на Херобрина я не удалял, хотя он очень активный. Так, моя пластинка. Тут что получается? Три каньона сразу или что это? Ладно, не буду томить. Мы все хотим вот сюда. Так, ладно. Как-нибудь заберусь. Паркур на этой версии очень упорот. Вы меня извините, но я не виноват. Заодно слизи добуду. А, вот. Тут по низу можно. Как здесь интересно. Так, хоть бы хер... Чё? Хоть бы Херобрин не пришел, я хотел сказать. Слушайте, так мы его сейчас убьем. Чё? Чё, как он прыгает? Нет, я не умру. Отлично. Золотые яблоки выпали. Так, ну это хорошая награда, как бы, зарплата. Так, давайте чуть-чуть поедим. Одно я оставлю, наверное, на потом. Очень здесь тяжело с управлением на этой версии, потому что она стара. О, тихо! Нет, я очень хочу, да, залутать вот. Ну, не, могли бы и получше. Так, все, соберись, Миша, мы должны, точнее, я должен здесь все разведать. Что это за собаки? Слушайте! Тихо! Не-не-не-не-не-не! Свинки, свинки! Свинки хороши! Свинки вы хорошие, вы... Я знаю. Это босс? Почему это босс? А, тихо! Нет, зачем? Зачем я поставил? А, это полный кринж. Это полный кринж. А, так это версия старая, точно. Тут же можно накликивать. Чего я боюсь? Но вот с них уже ничего не падает. Хотя они помечены как босс. Херобрин босс. Так, я не дошел до конца. Что у нас здесь? А, ладно, не дойду. Я не хочу. Что-то тут скудненько. Не хочу я здесь возиться в этой пещере. Во-первых, страшно. Во-вторых, ужасно. Ну, давайте все-таки соберу железо. Чё уж зря ходить. Вот это что? Очень интересная руда. Очень. Так, все-таки буду здесь пока что быть. Тихо. Быть, жить. Чё там еще руда какая-то? А, это лава. Кусочки лавы. Угу. Угу. В принципе, какая-то из этих лав может быть проделкой Херобрина. Потому что он лаву любит.
Для него это как водичка, он не купается, что? Какая-то руда. Которая не добывается железом опять. Предлагаю вам сделку. Вы подпишетесь на канал, а я сейчас поставлю плавиться железом. Вот тут очень упорото сделано, конечно, вы сами видите. Но. Все равно у меня подлагало. Маленький зомби. Что он с луком? Я только сейчас заметил. Нет, все, давай останемся друзьями. Матерь Божья! Святая Дева Мария! Что? Тихо! Нет, ты тут отстань! Что это было? Предлагаю добыть железо. И еще одно. И все. Мне нужно сделать как бы базу. Потому что хотя бы... Нет, наверное, надо наверху. Но я здесь не обследую это все никогда. Так, я не хочу сражаться, я очень слаб. Еще у меня нету ничего. Да, давайте, короче, база будет прямо тут. Хорошо, она не будет тут. За мной никто не бежит. Вот здесь. Все, моя база будет здесь. Да. Хорошо, что я не упал, кстати. Это чудо. Просто чудо. Если вы заметили, если вы уже смотрели мой летсплей, что я инвентарь сделал побольше. Я не помню, я говорил, у меня проблемы, да, с этим. Ну, в общем-то, да. Чтобы вы знали. Эх, постройка дома. Чудесное времяпрепровождение. Окно. Все. А, нет, здесь можно пройти. Я гений, тихо. Я гений. Главное самому не упасть. Все. Теперь никто не пройдет, кроме, опять же, маленького зомби. Че? Тихо. Здесь надо дверь сделать. У меня есть доски? У меня нет верстака. Нет, у меня есть верстак. Что? Откуда? И доски у меня тоже есть. Представляете? Дверь. Ах, как это мило. Еще и музыка. Чудесный мир. Нет, это мое окно. Стопэ. Да. Так, здесь лучше не копать. Угу. Ну, пускай вот так. Кстати, меня может загасить херобрин. Я это забыл. Но его свиньи это нечто лохошня. Вы лохошня! Короче... Музыка, ты такая грустная. Бывает, что... Что хочу сказать, бывает. Вы можете подумать, что я... Вы можете подумать, что я пьян, потому что я как-то странно разговариваю, но нет, я просто устал. Просто я окончательно потерял опыт к съемкам. И я устал. Я даже не хочу пугаться, мне лень. Но, вот знаете, хорошо я испугался. Хорошо, это было страшно. Но знаете, вот тут какой-то мод, который делает текстурки светлее.
И он довольно неплох. Торт! Бош, что ж ты ж делаешь? Что ж ты делаешь? Боже мой, хотел сказать. Тортик! У нас есть тортик! А на это внимание не обращайте. Тортик! Так, я немножко побегаю, немножко разомнусь, немножко отожмусь. А, да, как это прекрасно. Чудесный мир. У меня забрали тортик. Да. Угу. Я не хочу завершать серию, потому что я понимаю, что еще мало времени прошло. Черт возьми, мне придется переустановить мод на мини-карту, потому что... Хотя, стоп, я, по-моему, пробовал. А, да, мне придется телепортироваться вручную. Потому что к тому месту я не приду. Ну, да, это тоже к сведению примите. Ладно, я все-таки закончу серию. Мы покопались в шахте и увидели Херобрина. Да. С вами был я, Майк. Всем пока.